Привет, друзья! 1 числа марта 23 года. Я опять на юге Молдовы. Вот такой вот небольшой плантарь. 1,4, по-моему, или 1, или 1,5 гектара, что-то в этих объемах. Сорт Молдова. Хорошо себя зарекомендовавший местный. Возраст 6 лет. На двухплечном кордоне. Ну, как по мне, ребят, состояние виноградника просто великолепное. Как говорит сейчас молодежь, респект его жуха хозяину. Единственное, что я сейчас не знаю по ветру, друзья, вы уж простите, но нахожусь на возвышенности, ветер достаточно серьезный, так что сорян. Что касается обрезочки, хотел рассказать про Молдову. Сорт действительно неплохой. Несколько лет кусты грузятся уже по-взрослому, что называется. Поэтому обращайте внимание на прирост. Он действительно небольшой, где-то в районе 1,5 метра. Тут всего лишь навсего 3 ряда проволоки. Это для сухой подвязки. И 2 проволоки для зеленой. Все это подвязано, пасынкуется. Причем пасынкуется в основном с полной выломкой пасынка. Небольшие, конечно, есть, но их уже при третьей пасынковке не трогали. По лозе она просто в идеальном состоянии, никаких пятен аидиума, все чисто. Немного по урожаю в том году, конечно же, поприсело, но опять же, друзья, засуха колоссальная. Снега не было, осадков, опять же, кроме декабря месяца никаких не было. В декабре пару недель дождики были, и все. Красиво, ну, надо работать. Хозяин сейчас призадумался половину этого объекта перепривить. Ну, мы пока еще обсуждаем, что бы ему хотелось. Немножко он недоволен, как я говорю, ценовым прессингом на ягоду по осени. К сожалению, есть такой аспект, когда достаточно много Молдовы в стране, и цена, конечно же, оптовиками валится конкретно. Ну, мне когда сказали, что в том году он оптом сдавал по 10 центов, ну, это, ребят, это просто плакать хочется. Это, ну, нереально просто, просто нереально. Что по формировке, друзья? Молдова, да? 6-летка, напомню. Выведен штамп, разложено 2 рукава и обрезка на сучки, на короткие сучки. То есть обращайте внимание, 1, 2. Сучок на 2 глазка, 2 мощных побега, соответственно, гроздь 1, гроздь 2, гроздь 3. Сорт действительно себя зарекомендовал достаточно хорошо. Уже, скажем, наверное, все-таки классический, если не ошибаюсь, это начало 90-х или конец 80-х. Блин, вот по цифрам не помню, честно, извините. Каждый год режется на такие, на, при короткой обрезке, ведет себя стабильно. Да, ввиду того, что это багарные условия, не дал, конечно, колоссального прироста лозы. Ну, такой 1,5-2 метра, надо еще поискать, но 1,5 метра, да. Обращайте внимание на вызревание прироста. Просто 90%, 95%, наверное. Потому что из 1,80 метра где-то этой лозы, сейчас попытаюсь еще раз поймать, сфокусировать. Вот, смотрите, 1,80 метра лозы, и вот этот вот хвостик, здесь сантиметров, может, 12, ну, 15 потолок, вот он здесь вот заканчивается, вот это все, что вправо от пальца, это не вызревшая часть. Ведет себя хорошо, и в этом году, пока будем думать, что прививать, конечно, сейчас приступают уже к обрезке. Я с разрешения владельца сейчас обрежу один куст, то есть вот так вот он выглядит до обрезки. Не чеканилась, потому что сам остановился в росте. И сейчас я его обрежу, опять же, на сучки. Здесь ничего сложного. Для начинающих будет, наверное, хорошее подспорье. Ну, давайте перейдем к этому. Включусь чуть позже. Итак, еще раз привет. Я его сейчас обрезал уже, сейчас расскажу. Ну, друзья, для начинающих, когда не знаешь, как резать, когда просто уже перед тобой сформированный куст, и ты понимаешь, что он уже режется не первый год, что он сформирован, есть штамп, есть 2 рукава, 1 рукав, неважно, кордоном, не кордоном, выведены веером, обращайте внимание на то, как обрезалось в прошлом году. Все элементарно. На данном случае на винограде очень хорошо видно.
Вот обрезан на пенек. Здесь буквально было два лоска. Причем обращайте внимание, что нижний без был нулевой. Скорее всего, из спящей почки вышло. Он без урожая в этом году, в прошлом был. А вот уже с первого лоска, вот он уже была гроздь. Вот обрезка идет на два. Тут двойничок остался, двойничок с гроздью. Вот две грозди было на основном побеге. И вот здесь была гроздь. Вот она. Даже при такой короткой обрезке все нормально, все отлично работает. Куст я вам показал, вот теперь я его обрезал. Вот таким вот образом пробежались. Опять же, на короткие рожки, на 2, максимум 3 глазка. При такой вот обрезке, при такой нагрузке, здесь на куст ориентировочно до 30 почек. 28, 30, на некоторых до 35. При схеме посадки 2 на 3, 3 между ряди, 2 между кустами, то получается довольно-таки хорошая нагрузка. Вот она. Достаточно хорошо заполнена шпалера побегами. И даже в этом году будет оставляться чуть-чуть нормироваться урожайность, чтобы немножко ягоду повыше. Некоторые кусты, видно, достаточно сильно просели. Опять же повторюсь, исключительно из-за погодных условий. Не было дождей, ну блин, где-то 90% лета вообще ни капли. Это что касается пестицидного пресса. Птицы живут. Некоторые кусты достаточно хорошо себя чувствуют. У них есть прирост. Причем прирост до 2 метров, повторюсь. 1,70 м, 1,80 м. Вот он вызрело. Кроме последнего сегмента. Все отлично, все нормально. Виноградничек ухоженный. Это все дело, друзья мои, при 3 проволоках. Первая на сухую и 2 на подвязку. Все замечательно. В 2 срока все это подвязалось. Опять же степлером. Я вам больше скажу, что вот эта пленочка еще и собирается здесь зачастую при обрезке, чтобы эту почву не особо засорять. Вот так. Все замечательно. Лоза чистая, повторюсь. Грибковых заболеваний нет. Здесь возвышенность, очень хорошая продуваемость, хорошая освещенность. Ну и эко-столбы, от которых я фанатею. Конечно же, акация. Обращайте внимание, сейчас она очень хорошо чистится после того, как установлена. Будет зачищаться, чтобы древесина еще дышала. Не будет происходить дальше гнилостные процессы. Но перед установкой сразу оголяется, то есть зачищается, чтобы это дело не проходили процессы гнилостные в почве. В аэробных условиях более-менее хорошо стоит. Некоторые даже обжигают, некоторые битум используют. Ну, на сегодняшний момент просто. Кора снята, работает. Весна, сезон 23 года считаю открытым. Режем, развиваемся, продолжаем жить. Пока все, друзья. Всем мира и добра. До новых встреч.